произойдет непоправимое. А кто утонет? Ну, блин, понятно, я не хотел бы говорить. Всегда на майские праздники мы, группа сумасшедших энтузиастов на квадросах, едем в экспедицию. Экспедиция в этом году собрала самых отважных участников. Посмотрите, чем они заняты. Упаковка. Да, в этом году собралось рекордное количество участников. Вот Алексей. Вот Алексей сзади, да, показывает нам. Приветствует всех. Смотрите, сколько собралось. В предварительном данном должно быть 37 человек. Вот мы еще никуда не уехали. А вот что это уже произошло-то у вас? Вы где были? А? Что вы ожидаете от экспедиции? Отдыхать, получать удовольствие. Хорошая компания на свежем воздухе. Как? Вот так вот. Думаешь, удастся заночевать в сухом месте? Думаю, не удастся. Что вы забыли? Флешку, блядь, забыл. Наряд 4 минуты. Время пошло. Так, а простите, вы ничего не забыли? Нет, все, о, супер. Хорошее настроение. И драйв. Сегодня будет жопа. Отличное событие, я не мог его пропустить. Каждый год мы выбираемся. Для меня это просто событие года. На многое пошел, чтобы попасть сегодня в эту экспедицию. Я жду очень много грязи, много кайфа. Нас в этом году большая куча. В общем, должно быть просто огонь. Ну что, где поедем? Смотрите, сейчас по главному маршруту здесь выходим направо, потом направо, потом налево, вниз, в гору, направо, налево. И мы уже почти то, куда выбыло. Еще проходим час горами и еще за Давыдово. Опять Давыдово. Обратно Давыдово. Ну, подруга Давыдово. Катаемся, короче. Ну, лагерь будет около Давыдова. Время 8 час, да. Мы все, ремонтируем. Едем, ну, по старой традиции мы ремонтируем квадрик перед выездом. Что у вас случилось? Трус оборвал. Один. Езжай на полном приводе, не дури. Да. Потому что условия сложные, шины у тебя тяжелые. Так, сколько ты проедешь на сломанном шрусе? До конца. Едем до конца. Желаем Саньке удачи, короче, до конца. Мы прошли самый сложный участок маршрута. Самый сложный. Мы тронулись, блядь, это уже хорошо. Мы проехали километр, но потеряли за один квадрик. Серег, идем через ту ломачку, через ту маленькую речку. Помнишь, где этот раз проходили все? Низом. Низом идем. Мы там утонем. Поехали давай. Самое мощное по количеству участников экспедиции. С нами едут даже сокола, 3 штуки. Наверное, они и спасут, собственно, всю ситуацию. О, Серега. Ну и вот там в конце, смотрите, едет дядя Миша. Ускоряется, сейчас, видимо, будет трамплин у него. А нет, крутой поворот налево. Не успели отъехать, да. Как у одного из нас, не будем показывать пальцем у кого, отключился вентилятор. Но мне подсказывают, что это не так, а просто ткнула ветка в глаз. А остальные участники экспедиции где? Это повод всем нас дождаться, а им чуть-чуть подождать, перекусить, может чайку попить.
Евгений, а что это за модель квадроцикла? Это новые технологии. Сейчас нанотехнологии, все затюнинговано, который не боится ни грязи, ни воды. А сейчас просто ТО проводится, он просто дома не успел сделать, помыть радиатор, там почистить. Сейчас помоем, почистим, поедем дальше, все будет хорошо. Ёлы-палы, вон где релюха-то спряталась. Их надо вынуть, ставить. Там просто так, фишки не очень. Отсюда вот вынуть. Массы нету. Питалова нет. Вот туда суй. Вот и все. Семён Семёныч! Кто выключится, Сергей? Вентилятор. Какой? Вентилятор радиатора квадроцикла моего лучшего. Топтатель БРП. Слышь, больше не говори так. Сергей, все запечатлено на видео. Иначе... В 2019 году. Иначе один останешься. Сергей, покажите, как может ключ разговаривать. Ключ может вот так разговаривать. Ребятишки, наливайте. Ну что, как дела? Смотри, какая против него волна идет. Ай, красавчик, брат. Красота! Во! Сергей! Брат! Держи! Тарелку! Ложку! Мне подогнали чашечку. И сказали, что вот эта вот ложка, она типа старообрядческая, есть какое-то новое, ну там типа новое поколение ложек, а это свежее. Миха, спасибо, брат, спасибо, очень крутая ложка. Я, правда, не умею из нее есть, я помню, что как-то там вот так неудобно, да, по сравнению с металлическими, к которым мы привыкли. Но все-таки это хохлома, это очень круто, спасибо, спасибо. Ага, вон еще наша, наша. Вот, спасибо воршинским ребятам на Соколах. Вот первый раз еду, чтобы суп был уже готовый. Просто разогрели супчик. Бомба. Что не так, Сергей? У тебя что-то не получилось. И мы виноваты. Смотри, что они делают, да. Они сейчас соединяют. А потом разъединяют. Реку ему, бля! Да, что мы с
Все нормально, все под контролем. Макс сказал, все под контролем. Нормально! Потому что вот там переехал! Ты все, встрял, идти не можешь? Вся глубина была выше его роста, и он туда, видишь, набрал воды. Щуп, открой, щуп. Щуп, открой. Там вода. Нет там воды. Давай на бок его завалим. На бок его завалим, давай. Нет там, блядь. Тряпку надо, блядь. Да на бок его давайте завалим, это все. Давай. Давай на бок его, блядь. Во. А вот была какая-то серия мотоциклов военных, там типа, они могли ехать под водой, переезжать броды. То есть, у них, короче, емкость, где бензобак был, прикрывались дырки ногами, и когда он заезжал в воду, водила поджимал их, эти ноздри. И, блядь, откуда он брал воздух, конечно, это, блядь, прикол, но он мог проезжать под водой. Понятно, блядь, значит, где ты по запасу. Ну да, да, откуда-то он мог его подсасывать, да. Братан, дай полотенце продру. Ну она у тебя выходит. Заводи, заводи. Заводи, Саш, сейчас все увидишь. Ну что, Саня? Потому что снизу, а сверху масло. Ты ее сейчас не увидишь в воду. Спокойно. Масло тем более не белое. Ну так чего? Она масло не белое. Ну так чего? Сейчас ее крутишь. А да отпусти чуть-чуть, дай струю. Вон вода пошла. Пошла? Ну, что, масло? Да. Нет воды? Нету. Ну заводи тогда, что? Да, да, заводи и все. Открывай ту сторону. Все ждут какой-то воды из глушителя. Завели. Зачем ты опять меня снимаешь? Завели. Да. Давай, давай, газуй, газуй. We'll be right back.
Кто-то опять завел нас, Сусанин. Здесь тоже прикольно. Все на лебедках. Был бы у меня шпрус, я бы проехал. Здравствуйте, а вы нас куда привезли? Жопу мира. Я просил черепашек. Вот, сейчас там подальше будут черепашки. Баня там нас ждет. Ждет, уже девочки стоят на бугре, смотрят, аплодируют. О, хорошо. Сейчас все будет. Ну что, экспедиционщик, что-нибудь скажете? Бабой. Той группе, которая пришла первой, вы на этот раз последние. Но не крайние. Или крайние, но не последние.